Для меня большая честь, что ученый совет Политехнического университета присвоил мне это звание. Звание почетного доктора накладывает определенные обязательства, и в ближайшее время мы обсудим с руководством вуза, что конкретно наша компания может сделать для укрепления сотрудничества с университетом. У компании Festa 300 тысяч клиентов по всему миру. Мы реализуем проекты в 160 странах по двум направлениям – промышленная автоматизация и техническое образование. Мы предоставляем многочисленным клиентам наши программы обучения. Благодаря накопленному опыту взаимодействия с промышленными партнерами, мы активно работаем в России и стремимся помочь промышленным предприятиям определить, что они могут и должны сделать для увеличения производительности. Мы должны понимать друг друга и активно сотрудничать в научно-технической сфере. И я с удовольствием приглашаю студентов Политехнического университета в Германию для прохождения стажировок на наших предприятиях. Это наш путь укрепления сотрудничества. Именно люди создают успех компании. Не продукты и услуги, а люди, которые управляют, планируют, проводят исследования для создания будущих проектов по автоматизации. Мы ведем набор персонала по всему миру. В момент основания Festa в 1925 году 6 из 10 сотрудников компании были стажерами. Сейчас на наших предприятиях работают более 3000 стажеров. Стажировка очень важна для подготовки специалиста. Неважно, пришел ли он после университета или уже развивается в компании, мы предоставляем стажировки в Германии для специалистов из других стран. Мы набираем персонал со всего мира и ищем лучших. Мы предоставляем возможности для обучения. Обучение через всю жизнь – это самое важное. В проекте «Синергия» участвуют 20 университетов, которые обмениваются опытом и используют аналогичное оборудование. Это оборудование также задействовано в соревнованиях WorldSkills. Молодежь из России принимает участие в этом мероприятии, на мой взгляд, вполне успешно.